Пациентка первые сутки, точнее 22 часа после лапароскопического классического желчного шунтирования пару. Расскажите, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете? Операция прошла еще до клиента, 22 часа. Чувствую себя нормально, хорошо. После операции через 2 часа я встала, походила все. То есть все эти рекомендации по приему питья я соблюдаю. Никаких трудностей, никаких сложностей нет абсолютно. Хорошо. Те ожидания, которые были в послеоперационном периоде, и то, что есть, это как-то совпало, или, может быть, было больше переживаний? Ну, переживаний все равно было, потому что, поскольку как бы операция, да, в плане того, что лапароскопическая операция самая просто, ну, такая процедура. А так, фактически, было на это настроено, я ожидаю определенный результат этой операции, поэтому ничего сложного не было, и ничего страшного. Отлично. Скажите, пожалуйста, с чем вы связываете проявление избыточного веса? Избыточный вес стал, если прибавляться, конечно, после менопаузы. И, кроме того, этот вес мне мешал в плане того, что появился варикоз. Я заявила на коленный сустав. И коленный сустав приходилось прооперировать. И одно из показаний было, это категорически могло не набирать вес. Соответственно, с этой проблемой, как бы дальше я справилась, не справиться самостоятельно не могла. Вот, несмотря на то, что как бы придерживалась и там оставалась диету, соблюдая физические нагрузки, но, очевидно, в моем случае мне это не помогло. Поэтому я привыкла к такой операции. Я полагаю, что мне будет лучше. Конечно, вы знаете. А скажите, пожалуйста, сколько в течение жизни было вам такого примера? 3-4 попытки снижения веса? Вы знаете, это борьба постоянно, наша бесконечно шла. Иногда берешь эту диету, садишься на диету, вот, держишься, но потом, слушайте, килограмм скинешь, ты наберешь. Понятно. Поэтому как очень, не было очень тяжело. Понятно. Сейчас на такое решение было принято, и в общем-то, вы понимаете, все очень быстренько, как там все разрешилось, несмотря на эту ковид-эпидемию, мы сами дальше садились, все. Потом я получила приглашение, сразу же и приехала. Спасибо вам огромное, очень рада всегда за связь. Спасибо большое.